Всем привет, друзья! Я продолжаю свою серию видеообзоров турецкого ружья Armsam А612. В предыдущей части мы его с вами разобрали, мы его почистили, оно у нас блестит все, и пришло время его собрать обратно. Собираем мы его в обратной последовательности тому, как разбирали. Первым делом устанавливаем возвратную пружину. Без разницы, какой стороной вы ее поставите. Есть. Дальше берем вот эту втулку, на которой устанавливается затворная рама. Вот она. Ставим затворную раму на место. Ставим сам затвор. Ну, ошибиться сложно, так как все идет тут по своим пазам. Установить неправильно затвор, я думаю, что невозможно. Хотя, наверное, есть умельцы, которые могут все это дело поставить в кривь и в кость. Мы этого делать не будем. Далее мы берем рукояточку затвора, ручечку вот эту. И опять же, до совпадения с пазами мы ее вот попало, ставим на свое место. Есть. Берем поршень, одеваем и устанавливаем ствол так, чтобы вот эти пазы, попробую, чтобы вам было видно, показать, совпали с паза, чтобы пазы ствола, вот эти направляющие, совпали с пазами затвора. Ну, сделать опять же так же все как-то в кривь и в кость тут довольно сложно, все продумано. Поставили ствол, но он у нас, как видите, до конца не заходит. Для этого мы отводим затвор до конца и уже устанавливаем ствол до упора. Все, одеваем цевье и вот этим стопорным кольцом, или как правильно оно называется, я не знаю, мы его до упора затягиваем. Вот, все. Когда оно уже не крутится дальше, ничего тут дальше напрягать не нужно. Наше ружье собрано, готово к хранению и использованию. В этой серии видеообзоров турецкого ружья Armsam мы с вами рассмотрели все варианты, как его использовать, как его разбирать, как собирать. Я надеюсь, эти материалы для вас окажутся полезными. Пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте ваши вопросы в комментариях, я на все вопросы обязательно отвечу. Ну, а я с вами прощаюсь, пока, до новых встреч!